Добрый день, дорогие друзья! И сегодня еще один экспромт-ролик на тему. Очень часто я слышу упреки в свой адрес и в адрес нашего проекта, что мы плохо работаем со своими клиентами, что мы вовремя их не дожали, не раскрутили, не уговорили, не обаяли, каким-то образом не удержали на каких-то клубных мероприятиях или еще, и вообще не облобызали и не приняли за них решение. Так вот, милые мои, хочу сделать вот такой отдельный ролик, чтобы было понятно, были понятны основные принципы, на которых строится работа нашего проекта. Это полное осознанное добровольное участие. Итак, все, что касается принятия решения об участии или неучастии в тренинге, все, что касается вашего выбора, это зона вашей компетенции. Все, что касается качественного семинара, работы с тренерами, организацией и так далее, это зона нашей компетенции. И у нас есть точки, когда мы взаимодействуем. Взаимодействуем добровольно, по собственному выбору. Что это значит? Это значит, каждый отвечает за свою работу и свой выбор сам. Да? А к чему это ведет? Это ведет к тому, что мы не применяем при работе с клиентами манипулятивные техники, типа уговори, заставь, продави, дожми и так далее, для того, чтобы воронка продаж была выше. Мы не применяем НЛП в данном случае. Мы не применяем ничего того, что может повлиять на выбор клиента. Единственное, что мы позволяем себе, это дать максимально полную, достоверную информацию о тренере и о тренинге. Либо же о направлении, когда человек еще не может определиться. Мы не сделаем за вас выбор и не посоветуем вам, это вам лучше или это вам хуже. Мы вам расскажем, что есть, а что для вас хуже или что для вас лучше, вы выберете сами. Нет у нас привычек куда-то человека заманивать, уговаривать, выкручивать ему руки и так далее. Не будет этого, дорогие мои, можете не звонить, не писать, не рассказывать про то, что я оставил заявку, а вы меня 7 раз не поцеловали. Не будет этого. Будет что? Вы выбрали, и вам это надо. Значит, вы обязательно дозвонились до нас по номеру телефона, который здесь. Либо же открыли главную страницу и страницу в разделе «Образование с соответствующим тренингом» и выбрали. Если вам нужен тренинг, например, не в Беларуси, а в другом регионе, мы работаем только в Минске. Если вам нужен тренинг в другом регионе, и вы видите, что у нас висит тренер, значит, вы можете запросить у нас его личную контактную информацию, либо контактную информацию его организатора в других регионах. Мы вам поможем. И это никоим образом не скажется там, на каких-то условиях работы тренера. Да? Вы получите максимально открытую достоверную информацию для того, чтобы вы могли сделать шаг в своем саморазвитии дальше. Но это ваш осознанный выбор, который держится на вашем личном интересе. И вы проявляете и совершаете определенные действия для того, чтобы достигнуть результата. Мы со своей стороны совершаем тоже действия для того, чтобы привлечь интересных тренеров, чтобы наши семинары действительно были эксклюзивны, чтобы наши семинары действительно были неординарны, и они действительно очень круто влияли на жизнь людей, меняя ее в лучшую сторону, для того, чтобы она гармонизировалась, наполнялась любовью, радостью и счастьем. Вот это наша позиция, я ее озвучила. Так что, если, не дай бог, вы вдруг не услышали продавливающих и уговаривающих звонков, вы сильно не расстраивайтесь. Вы можете позвонить, мы вам расскажем, что есть, чего нету. Но выбор вам все равно придется делать самим. С вами всегда была я и буду Наталья Зайцева. До новых встреч!